Всем привет! Смотрите, как создать два RAID массива на одном контроллере. Как создать нулевой и пятый аппаратный RAID на контроллере от фирмы HP с помощью утилиты Array Configuration Utility. Для чего нужны несколько массивов на одном устройстве и как восстановить данные с RAID массива на базе контроллера HP P822. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Array Configuration Utility – это инструмент для настройки массивов на контроллерах HP Smart Array. Данная утилита предоставляет возможности по управлению и диагностике RAID массивов и контроллеров. Скачать данную программу можно с официального сайта. Существует два вида данной утилиты с графической оболочкой и приложение командной строки. Я покажу, как создать RAID массивы с помощью обоих версий данной программы. RAID будем собирать на контроллере от производителя HP модель P822. Из подключенных к контроллеру дисков можно создавать 1, 2 и более RAID массивов. Уровни этих массивов могут быть какими угодно. Количество массивов и их возможные уровни будут ограничиваться только количеством накопителей. Единственный недостаток такого построения – это то, что при выходе из строя контроллера вы потеряете всю информацию с обоих RAID. Для примера мы создадим RAID 0 под систему, что должно увеличить скорость чтения и записи информации, и RAID 5 уровня для хранения бэкапов, архивов и другой важной информации. В таком случае выход из строя одного из массивов никак не повлияет на работу второго RAID. Для начала давайте рассмотрим, как создать RAID массив с помощью командной строки. Сперва нужно скачать утилиту, а найти ее можно на официальном сайте. Запускаем утилиту и для начала посмотрим информацию о нашем контроллере. Чтобы обратиться к конкретному контроллеру для создания RAID, необходимо определить слот, к которому он подключен. Это можно сделать с помощью следующей команды. Эта команда обратится ко всем контроллерам и покажет их статус. В результате вы увидите список контроллеров и в каком слоте находится каждый из них. Далее нужно определить, какие диски подключены к нашему контроллеру. Для этого выполним такую команду. В результате команда обратится к контроллеру в первом слоте и покажет все подключенные к нему физические диски, а также накопители, которые объединены в RAID. Определив диски, из которых будет состоять будущий массив, можно создать RAID. Для создания используется команда create. Команда содержит следующие атрибуты: слот контроллера 1, тип устройства, который будет создан, LD, это логический диск. Диск, из которых будет создан RAID, может быть в формате списка дисков или указать все неназначенные накопители. Затем идет уровень RAID, который нужно создать. И в конце указан размер логического диска, который будет создан. Размер указывается в мегабайтах, или же он может быть указан в виде полного объема, max. Для проверки успешного выполнения предыдущей команды выполним следующую. В результате получим информацию о всех имеющихся массивах на контроллере в конкретном слоте. Как видно, из выходных данных RAID 5 был создан с полным размером из трех дисков. Поскольку RAID 5 теряет емкость одного диска, в размере логического диска из трех накопителей по 300 ГБ в результате получается логический диск с емкостью 600 ГБ. Осталось лишь разметить только что созданный накопитель в управлении дисками. Теперь
Давайте рассмотрим, как создать RAID массив с помощью той же утилиты, но с графическим интерфейсом. Запускаем утилиту и выбираем нужный контроллер из данного списка. Кликаем ниже по контроллеру или по незадействованных дисках и в правой части окна жмем Create RAID. Выбираем диски, из которых будет состоять будущий RAID, а затем ОК. В следующем окне кликаем Create Logical Drive. Далее нужно указать уровень RAID, в моем случае это нулевой. Этот тип RAID позволяет увеличить скорость чтения и записи информации на дисках, так как в теории при объединении дает прирост равный скорости каждого из дисков, но на практике скорость будет меньше. Далее нужно указать размер блока, можно оставить стандартный, размер логического диска, задать нужный размер или выбрать все пространство, а также включить или выключить кэширование. Указав все параметры, для подтверждения жмем Save. RAID создан. Как видите, он появился в списке главного окна. Для просмотра детальной информации выделяем его и жмем More Information. Оборудование для тестов предоставлено интернет-магазином Serval.com.ua. В данном магазине вы найдете проверенные БУ сервера, контроллеры и другие комплектующие с гарантией по доступным ценам. Если нужно, вам помогут подобрать сервер под любую задачу и бюджет. У магазина есть свой YouTube канал, где вы можете посмотреть полезные видео о технологиях и серверном оборудовании. В случае выхода из строя контроллера, операционной системы, дисков, случайном удалении информации или форматировании накопителей, вернуть утерянные данные вам поможет программа Hetman RAID Recovery. При случайном удалении информации с массива дисков или его форматировании, запустите программу, просканируйте логический диск, и восстановите удаленные файлы. Они помечены красным крестиком. Отметьте нужные и нажмите «Восстановить». Укажите место, куда их сохранить. По завершении процесса ваши файлы будут лежать в указанной папке. При повреждении операционной системы или выходе из строя одного из дисков RAID, подключите накопители к компьютеру с операционной системой Windows и запустите программу для восстановления. Hetman RAID Recovery в автоматическом режиме просканирует накопители, из которых состоял поврежденный RAID, вычитает из них всю информацию и воссоздаст его. Как видите, программа определила оба RAID, которые были собраны на данном типе контроллера, даже без его наличия. Кликните по диску правой кнопкой мыши и нажмите «Открыть», выберите тип анализа и нажмите «Далее». Ждем окончания процесса сканирования и по завершении готово. Как видите, программа без труда нашла все данные, которые остались на массиве дисков, и те, что были удалены. Отметьте нужные и нажмите «Восстановить». Укажите место, куда их сохранить. Не рекомендуется сохранять данные на тот же диск, поэтому рекомендую выбрать другой. Указав путь, жмем еще раз «Восстановить». По завершении процесса ваши файлы будут лежать в папке по указанному пути. При повреждении диска или затирании служебной информации программа может не собрать RAID в автоматическом режиме. Если вам известны параметры поврежденного массива, вы сможете сделать это вручную. Откройте RAID конструктор и выберите пункт
создание вручную. Заполните всю известную информацию, тип RAID, порядок и размер блоков. Добавьте диски, из которых он состоял. И с помощью стрелок укажите их порядок. Недостающие заполните пустыми, нажав по плюсу. Указав все параметры, жмем «Добавить», после чего RAID появится в менеджере дисков. Анализируем его. И восстанавливаем нужную информацию. А на этом все. Надеюсь, данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.